после съемок этого автостопа мне хочется сказать ням-ням. Потому что после того гололеда, который наступил в начале апреля, мы в один день продегустировали два американских автомобиля. Ну, один чисто американский, а другой сделан для Америки. Что за автомобиль? Автомобиль корейский, кстати, Hyundai. Автомобиль с названием Тибурон. Не могу перевести, просто не знаю. Но... А Турбуленс-то знаю. Ну, это еще одно название. Короче, вот такая машинка интересная. Машина-купешка. В срочном порядке поменяю свое отношение к корейцам. Знаете почему? Потому что когда они захотят сделать уникальный автомобиль, вроде бы корейский, да, такой, ширпотребчик, ну ню, то получается вот такой Тибурон с такой внешностью, которой нету у 90% европейских автомобилей. А что здесь внутри? А внутри все тоже космическое. Конечно, здесь нету климат-контроля, но он и не нужен. Но зато вот эти регуляторы, это все тоже из космоса. Из какого космоса? Или из какого будущего? Из ближайшего будущего. А формы, а передние фары. Их, кстати, 8. И все светят. Причем, по словам владельца, дают такой бесподобный свет, что начинаешь задумываться. Это где-то у америкосов, страдающих, в общем, плохим зрением. Такое, собственно говоря, плохое зрение, когда оно обеспечивается от Тибурона. Машина с 2-литровым двигателем, 4-горшковым, рядом на переднем приводе. Обладает мощностью, кстати, 140 лошадиных сил. И тот, кто скажет мне, что у Тибурона не спортивный характер, ну, я первому брошу перчатку, ну, и вызову его на стрит-рейс. Разумеется, бодаться там со всякими полноприводниками мы не будем, а вот с двухлитровочками легко. А если вам этого мало, то у Тибурона существует V6. Двигателем 2.7. И вот это вообще самолет. Ну, он там, правда, на автомате. Машина эта. Обратите внимание, 2001 года. Модель очень современная. Машина пробежала до удивления смешную сумму на одометре. 54 507 майлзов. Километры перевести это будет немножко это, но машина из Америки. А в Америке, между прочим, нам спидометр никто не смотает. Почему? А потому что джаву или тюрьма по-русски на срок до 5 лет. Нормально? Сколько стоит машина? Машина стоит 450 тысяч, но в рублях. Сколько стоит новая такая машинка? Которая вообще, ну, в Европе даже, не в России, не продается. В такой комплектации 27 тысяч, но в условно зеленых. А в варианте с 2.7 это и еще больше. Да, кстати, вот сейчас мимо нас тут проехала 12-я с каким-то невообразимым глушителем, который призван не глушить, а оглушать. А здесь в салоне вполне тихо. А едет она, эта машинка, Hyundai Kaup, Tiburon, Turbulence, то есть турбулентность. Вполне так неплохо. Вот сейчас еду 40 миль в час. Нравятся мне эти мили, вроде едешь медленно, оказывается быстро. 40 миль в час, скажу, вот 70 километров по-нашему. А еще что мне нравится вот в этом корейском автомобиле, у меня, кстати, было всегда к ним уважительное отношение. Это то, что он сочетает такую достаточно злую внешность и очень веселый характер внутри. И причем, казалось бы, пластик, да? А пластик смотрится по-настоящему, как должен смотреться в спортивном автомобиле. А что касается цены, то тут что можно сказать? Копите деньги, господа. Кстати, он вполне кредитный автомобиль, 2001 год. Так что можно вполне подумать.
особенно тем людям, у кого нормальный достаток, а семья состоит из трех человек. Ребенок отсюда не выпрыгнет, а жене можно показать, какой вы крутой водитель. Потому что машинка это позволяет.